Всем здорова, друзья, с вами Мамонт, и в этом видео срочное включение. Каким будет следующее обновление? Напоминаю вам о конкурсе на 3 промокода бабочки Starful. Для того, чтобы выиграть, нужно оставить свой комментарий со своим ID и Stand of 2. А я вам желаю приятного просмотра. Кстати, специально для начинающих трейдеров я оставил закрепленный комментарий. Прочитайте его от начала до конца. Возможно, вам это поможет. Итак, каким же будет следующее обновление? Ребятушки, вот-вот вышел слив от группы StNK News. Спасибо им огромное. Итак, один из разработчиков был замечен на версии 0.17.0. Кто не заметил, вот написано, ребятушки, 0.17.0. А это значит, что Хэллоуин обновление будет глобальным, ребятушки, глобальное обновление на Хэллоуин. Поэтому я думаю, что там будет очень много чего нового. Если это 0.17.0, возможно, это даже новый сезон, мы не можем знать, что там будет. Поэтому ждем 31 октября, либо 1 ноября, ну посмотрим, когда там выйдет обновление и все узнаем. Я обязательно сделаю обзор, включите, пожалуйста, колокольчик, подпишитесь по ссылочке в описании на телеграм-канал, ведь там тоже часто выходят всякие новости. И для того, чтобы узнавать первому о следующих обновлениях, нужно просто зайти в телегу и все. А на этом все, всем спасибо за просмотр и желаю вам удачного дня. И, пожалуйста, посмотри вот это видео, которое вылезло на экране. Это очень важно. Посмотри вот до конца. Оно интересное, полезное, информативное. Желаю тебе приятного просмотра.